Улыбки будут появляться у зрителей от просмотра вот таких мультиков. Это небольшие отрезки лент, которые собрали со всего мира для международного фестиваля анимации. Полную версию этих мировых шедевров покажут уже завтра у нас в городе на Большом фестивале мультфильмов. В программе более 150 короткометражных и полнометражных лент. Их авторами являются не только знаменитые режиссеры, но и молодые таланты, набирающие популярность аниматоры. Так что каждый сможет найти себе мультфильмы по душе. Показывать их будут в течение недели до 23 апреля. Кроме того, организаторы подготовили сюрприз для гостей фестиваля. Посетители смогут пообщаться с российскими режиссерами на мастер-классах. Специалисты расскажут секреты пластилиновой мультипликации и покадровой анимации.